Андрей Сидоров – депутат Советского внутригородского района и человек дела. Полгода назад вступил в одноименную общественную организацию, где активисты воплощают в жизнь полезные инициативы. Например, они помогали организовать комнаты отдыха для врачей, доставляли продукты для медиков. Сейчас вышли на улицы Самары со средствами индивидуальной защиты, которые раздавали бесплатно. Охота помогать людям, охота напоминать людям о том, что необходимо быть отзывчивыми, добрыми, активными. Я надеюсь, на своем примере как-то покажу людям, как надо себя вести. Потому что такие качества, как доброта, я думаю, они немного забываются в наше время. Надо быть добрее. За день активисты раздали свыше 5000 масок и санитайзеров. Кроме того, обработали более 20 остановок специальным дезинфицирующим средством. Так как мы являемся людьми дела, наша задача – помогать в первую очередь людям. Тем более в такое сложившееся нелегкое время, когда люди болеют, очень много заболеваний, очагов. На Роспотребнадзор, как вы знаете, последнее то есть распоряжение было, чтобы все люди ходили в масках. Очень приятно, что есть такая организация, которая заботится о людях. Присоединиться к общественникам и начать совершать добрые поступки может любой желающий. Достаточно написать активистам в официальных группах в социальных сетях. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.